Всем привет! Вы на канале Пюмс Настольные игры. С вами Петр, Максим и Семен. Привет! И сегодня мы распаковываем игру «Косточки». Давно нас не было в эфире. Напоминаю, что мы есть не только на YouTube, но и на Яндекс.Дзене. Если что, ищите нас везде. Максим, открывай. И еще планируем сделать канал в Телеграме и, наверное, ВКонтакте. Приехала нам долгожданная локализация игры «Пятнышки», на самом деле. «Спотс», да, по-моему, называлась в оригинале. У нас игру локализовала «Чучу Геймс». Тяжеленькая такая небольшая коробочка. Сейчас со всех сторон ее посмотрим. А я здесь понял, вот почему. Так. Я понял, почему вот «Пятнышки». «Чучу Геймс». Да, потому что вот так. Здесь расписано. Пятнышки у собак похожи на точки. Такие же есть у кубиков. Первым завершите дрессировку, чтобы победить. От 1 до 4 игроков, 30 минут, 14 лет расписано. Косточки. Это игра про дрессировку собак, где вам предстоит бросать кубики и испытывать свою удачу. Размещайте кубики на карты собак, стараясь обогнать соперников. Посмейтесь над друзьями, когда они поторопятся и сядут в лужу. А потом они посмеются над вами ровно по той же причине. У косточек простые правила, но каждый ход нужно делать с умом, выбирая оптимальное решение. Так, открываем. Игра на скорость. А, тут, кстати, немножко еще... О, приятно. Немножко блестят кубики. Да, именно кубики. Так, нас встречают правила. Давай сначала правила посмотрим. Красиво, как комикс. Да. Заполняйте все ячейки, чтобы совершить дрессировку. Если не можете разместить кубики, закопайте их во дворе. Закопаете слишком много, случится перебор. Первым завершите дрессировку собак шестью карт. С шестой карты, чтобы победить. Иллюстрации кайфовые. Подготовка к игре. Расписано. Игровой процесс. Дать команду. Бросок размещения кубиков. Про косточки. Про перебор косточек. Еще немного правил для команд. Обновление жетонов команд. Про дрессировку, про быстро, но рискованно. Предел стаи есть. И какие-то дополнительные истории. Готовые наборы команд есть, которые при подготовке к игре выкладываются. Вариант игры без поводка. Одиночный режим расписан. Ну и про создателей игры и тот, кто выпускал русское издание игры. Здесь памятка. В свой ход нужно выбрать одно из действий. Дать команду или завершить дрессировку собак. Бросок кубик и важные правила напомню. Такс. Давай. Ну ладно, открывай вот эти карты. О, ничего себе, какие. О, красиво. Из картона тоже. Можно было из бумаги сделать. Кайфово. С командами. Давай посмотрим, что тут есть еще. Так. А, служи, с другой стороны, тоже служи, но серая. Получи одну косточку, затем получите еще одну косточку за каждую лапу на вашей карте собак. Служи, жди, ешь. Из плотного картона, реально, толстенный картон. Жди, ешь, жуй, замри. Потом здесь отдельно другого цвета. Охраняй. Нельзя. Лови. Ату. Ищи. Гуляй. Рысь. Тоже тогда серенькая. След. Апорт. Копай. Голос, кувырок, вперед, беги,
Куча мала, фас, прыжок. И должно быть 4. О, они реально еще и разные. Дворики, в которых можно закапывать. Классно оформлены косточки. Здесь же оформлены. И дворики. Сейчас посмотрим, в которых как закуплена иллюстрация топовая. Нормально. Собака закопала пульт, стейк и тапок. А здесь игру. Вон она, спотс. Игра, бейсболка, ботинок, динозавр. Сам посчитал, тут 40 кубиков. 40 кубиков, смотрим. Такие кубики. Стандартной формы, а кружочек. Единичка одна, крупная. Пятерка. На, они на самом деле нестандартные. Получается, сейчас сфокусирую. Они неровные. Изображения, да, неровные сделаны. То есть красивые. Это кастомные кубики, можно было сделать простые. Это реально кастомные кубики, заказанные для игры. Так, сейчас еще раз фокус покажу. Что да, красиво, кайфово. Карты. А это что такое? Это уже было так? Да, скорее помялось чуть-чуть. Но у них имена есть прикольные. Ну, реальный пацан, это ты не задевал? Нет. Почему-то помяты. Пару карт. Но немножко они подлён. Чуть-чуть. Это, видимо, разные ребята. Фрэнки. Красавчик. Гёдзе, пельмень, вареник. И с другой стороны вот так сделано. Я думаю, что сейчас я переверну их. Луиза. Давай-ка всех посмотрим, как они выглядят. Ну, может быть, ты так открыл? Я даже только один что две, раз сделал. Две помеченные. Кроха. Грета. И здесь у нас Лейв, Мадж, Баки, Бородач, Лучик и Нори, Голиаф. С этой стороны он так выглядит. Грязнуля, Бонга, Галька, Уилбур, Элоиза, Картоха, Качан и Бекон. Комплект. Кстати, прикольный. Босс. Босс такой смотрит назад. Урсула с пчелкой. Мэр. Берт. Волкодав. Дружок. Муся. Джалин. Разбойник. У него просто эти кубики на куче. Мускат. Ксеркс. Руперт. Луиза. Дама и мадама. Мирабель. Лиска. Вареник, Гёдзе, пельмень. Который слегка у нас пострадал. Красавчик. И Фрэнки. Слегка, но я не знаю, насколько это влияет. Может, случайно помечены как будто бы две карты. Ну что, это все, что у нас есть в коробках. Вся распаковка. Спасибо, что смотрели. А, косточки же. Че, забыли косточки еще выдающие. Давайте косточки посмотрим. Миленькие. Вот такие вот деревянные косточки. Я хочу их вкушать, они как конфетки. Ну что, на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока. Пока.